На предложение поздравить своих близких Ваня Лукьяненко согласился сразу. Не раздумывая, набрал номер бабушки. Алло, баба, поздравляю тебя с днем семьи, любви и верности. Желаю тебе счастья, здоровья. Я тебя люблю. На вопрос, почему он решил позвонить именно бабушке, Иван ответил. Знал, что ей будет очень приятно услышать голос внука. Потому что у нее добрая душа, она всегда со мной добра. Цель акции – донести до людей, что своим близким и родным нужно звонить чаще, интересоваться их здоровьем. Идея ее проведения возникла у социальных работников отдела надомного обслуживания. Очень сильно, остро нехватку внимания. И для них какой-то звонок, даже не от своих родных и близких, которых, может быть, по каким-то причинам у них нет, или так сложились обстоятельства, что они остались брошены ими, без внимания оставлены. И вот для них это так важно, настолько это ценно. И, наверное, все остальное меркнет. Листовки сегодня получили около 1000 искитимцев. Большинство из них пообещали воспользоваться советом соцработников.